фиксируйте быстрозажимными винтами нижнюю часть рукоятки. Затем установите верхнюю часть рукоятки в рабочее положение и зафиксируйте быстрозажимными винтами. Откройте крышку отсека аккумулятора и установите батареи. Вставьте ключ безопасности в специальное отверстие в отсеке для аккумуляторов. С помощью крепления зафиксируйте провода на рукоятке газонокосилки. Поднимите заднюю крышку и, расправив травосборник, установите его на газонокосилку. Теперь газонокосилка готова к эксплуатации.